И глазками посмотрим на фотоаппарат. Ребята, друзья и улыбнулись. Романтический поцелуйчик. И руку обнимаем жениха. Теперь свидетель. Нет, поцеловать. Невеста чуть подальше к гостям, дело серьезное. А свидетель к нам подходит и шляпу свидетелю. Без козырочка можно свидетелю отдать, чтобы он был тоже вооружен и защищен. О, посильнее так у него, по-взрослому. Вы будете давать ему ценные указания. Каким образом? А наши гости бурными аплодисментами поддержат нашего жениха, штурмуют Зимний дворец. Давай! Эй, Паша! Свидетель, не нервничаем. Махмуд, подвигай. Давай. Ручку, наверное, слышно. Зажигалку холостая. О, вот отсюда, да. Зачем?